Навешиваем на основу 4 нити и плетем рэпсовыми узлами диагональ. Берем последний хвостик рэпсового узла, разворачиваем его и плетем диагональ из рэпсовых узлов, но уже в обратном порядке. Берем хвостик от последнего рэпсового узла, разворачиваем и плетем еще одну диагональ. И точно так же проплетаем еще одну диагональ. Теперь разворачиваем основную нить и плетем диагональ из рэпсовых узлов уже в обратном порядке. Принимая за нить основу хвостик крайнего левого рэпсового узла, проплетаем еще два таких ряда рэпсовых узлов. Затягиваем ее и проплетаем все нити рэпсовыми узлами. И еще раз затягиваем ее.